Дачные кооперативы ждет инвентаризация. По мнению депутатов Думы Сургута, урегулировать проблему восстановления баланса городских лесов можно путем проверки садоводческих товариществ. В генеральном плане были допущены ошибки, из-за чего муниципалитету сейчас нужно вернуть более 380 гектаров зеленых насаждений. В то же время дачники просят выделить для них новые площади. Председатель парламента Надежда Красноярова и ее заместители отметили, что в кооперативах достаточно много неиспользуемых участков, и их предлагается отдать под наделы. Понять наш резерв уже обустроенных, то есть там, где уже есть дороги, электричество, даже где-то может и газ проведен. Каждая территория имеет право на развитие, и мы будем развиваться. У нас планируется строительство моста, да, через реку Обь, то есть там, кстати, тоже территории прирастают. Они уже осваиваются в сторону Забарсова, там тоже у нас есть резервы, которые нужно с районом как-то решать. Депутаты дали чиновникам из администрации города поручение найти дополнительные участки для садоводов. Площади, которые предназначены для поддержки многодетных семей, трогать не будут. По заверению Надежды Красноярова, земля в муниципалитете для этой категории граждан зарезервирована. По федеральному законодательству многодетным должны выделяться участки, обеспеченные инженерными сетями. Цена вопроса от 4 до 6 миллиардов рублей. Пока таких денег в бюджете нет, семьям предлагают воспользоваться вторым вариантом поддержки – компенсацией. В среднем можно получить около 1 миллиона. Еще один участок, который администрация предложила перевести в зону лесов – территория около ГРЭС-1. Однако депутаты решили оставить ее в категории сельскохозяйственных. Где у нас, в принципе, было есть карповое хозяйство, и там дальше территория. То есть мы поняли, что там леса нет. То есть нам, в общем-то, но как сельскохозяйственные угодья, они нужны. Поэтому мы с этим не согласились. Они остались в зоне СХ-3 для... Программа агропромышленного комплекса у нас работает, у нас субсидии есть для фермеров, почему бы там не развивать? Там единственный подход удобный к рыборазведению.